Его бросают, его мечтают заполучить все незамужние девушки. И речь, конечно же, пойдет о букете невесты. Вместе с флористами салона Гран-при мы разбирались в цветочных трендах. Какие букеты сейчас находятся на пике популярности? Я бы сказала, букеты более с растрепанной формой, более объемные, более многослойные, многоцветные, скажем так. Экзотика очень популярна стала, конечно, на пике моды. Но наша невеста отдает предпочтение цветочной классике, розам и тюльпанам. А вот специалисты Гран-при предлагают более креативные решения. Можно использовать какие-то более оригинальные вещи. Вот некоторые из этих цветов присутствуют. То есть очень такой интересный по фактуре в виде ягодок гиперикум. Часто используются вот именно для придания красного оттеночка. Флористы салона Гран-при советуют использовать в букете цветы по сезону. К примеру, весной крокусы и подснежники, осенью листья дуба и плоды рябины. Это поможет сэкономить и придаст свадебному аксессуару шарма. Свадьба вас и летом, а это значит, фантазию можно не ограничивать. Девушка остановила свой выбор на белых орхидеях в сочетании с красным гиперикумом. Кстати, бутоньерку, которая будет выполнена из тех же цветов, что и букет, жених получает от салона в подарок. А чтобы цветы сохранили свежий вид на протяжении всей свадебной церемонии, у флористов салона Гран-при есть свой секрет – ламинирование. Средство задерживает влагу в цветах, и букет выглядит как новый. Наша невеста убедилась, флористы Гран-при помогут реализовать любую идею.